Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Как я вам и обещала, я вам покажу, как проверить масло на то, что это масло, что там есть именно сливки. И я, когда покупаю новые сливки, убеждаюсь в том, что там новое масло, и убеждаюсь в том, что там нет сливок, я его не покупаю после этого. Потому что наши производители, они что делают? Они заменяют сливочное масло, жиры, заменяют просто пальмовой олеей. И это получается не масло, а алоэ. Сегодня я вам покажу, как проверить масло. Мы берем сливочное масло и производитель. Я вам буду показывать производитель. В данном случае написано, что это Deluxe. Пишут, что это Німеччина и адреса виробника. Вот. Берем 100 грамм масла сливочного. Помещаем масло в посудину и разогреваем. Оно должно разогреться полностью. Друзья, у нас получилось топленое масло. Видите, мы его сливаем в прозрачный стаканчик. И отправляем в холодильник. В холодильник мы отправляем для того, чтобы убедиться, что это настоящее масло. Значит, масло в холодильнике при остывании, оно должно быть такое, как топленое масло, крупинками. Если же у нас после охлаждение в холодильнике останется, будет такое вот однообразное, как, скажем, как лой, да, значит, то есть твердая однообразная масса, значит, это уже нас производитель обманул. Значит, отправляем в холодильник. В нашей кастрюльке, с которой мы сливали, мы видим остатки сливок. То есть, возможно, этот производитель нас и не обманул. Может быть, это и масло. Посмотрим после холодильника. 5 минут в холодильнике, и мы все узнаем. Друзья, мы достали с холодильника, и сейчас посмотрим, что же нам все-таки он нас немножко обманул. Видите? Вот это то, что называется пальмовая олія. А далее то, что называется топленое масло. Все-таки есть. Значит, процентов 10 производитель все-таки добавил пальмовой олії. Иде на удешевление. Видите, вот эти такие слои, плотные и равномерные. Это и есть пальмовая олія. Сейчас мы посмотрим второго производителя. Пишет, что вот это, а вот это топленое молоко. Это топленое масло, простите. Это топленое масло. Масло, когда растапливается, получается топленое масло. Оно все должно быть такое, без вот этих корочек равномерных. Друзья, это мы взяли второго производителя. Вот, и мы видим, что нас капитально надурили. Здесь полностью однообразное, полностью все однообразное. Как козий жир, как лой. Вот, сейчас я вам покажу низ. Вот, о, вы видите, какое прозрачное все и равномерное. Это абсолютно не масло. Вот, почему я начала вести эту программу? Потому что достали уже те производители, которые на нашем здоровье делают бизнес, которые врут. Вот это яготинское масло, которое нас обмануло. И здесь вот производитель, которое нас обмануло, пишет 92. Может, они пальмовые и добавили, что здесь 92. Но в действительности это не масло. Здесь процентов 10 есть всего-навсего масло. Вот я вам хочу ближе показать. Видите, какое оно? Здесь видно, и я вижу, камера может и не передает, но здесь видно, что здесь процентов 10 сливок, а все остальное это какой-то
заменитель.